Всем привет! Мам, а Вася коробочку! Ты не поздоровалась со своими зрителями. Забыла? Здравствуйте! Всем привет, мы говорим! Привет! Вот первая печать! Вы на канале Сестренка ТВ. И сегодня, ребята, мы будем устраивать чаепитие. Да? Да, будем открывать. Давай, у нас такой классный наборчик. Милаша со своим пупсиком ездила в Антошку. И приобрели они вот такой набор. Ты покупала, конечно, твой малыш пупсик. Из 12 предметов, да? В этом наборчике 12 предметов. И он в стиле Пеппа. Поэтому нам сегодня Пеппа его помогает открывать. Я вынимаю Пеппа. Давай, открывай быстрее. Я хочу посмотреть, что же там нарисовано. Там какие-то мои фотографии. Да, Милаша? Бу-бух, Пеппа упала. Помоги вот это Пеппу достать. Так. И Пеппича. Какой красивый наборчик. Я уже его вижу. Какие классные картинки. Давай помогу тебе немножко. Открывай. Вот так. Доставай. Показывай мне. Это что такое? Это чайник. Это чайничек. А где крышечка на него? Крышечка вот. Это крышечка для чайника. Вот это. Здесь Пеппа нарисована с Джорджем. Пеппа принцесса, а Джордж рыцарь. Вот это чашечка. Чашечка. Пеппа едет в карете. И это для молока. Молока. Это для молока. Это блюдце. Это блюдо. Здесь Пеппа принцесса, какая красивая. Это блюдо. Так. Это блюдо. Вот это блюдо. Это еще блюдце. На всех блюдцах одинаковые рисунки. Вот это блюдо. У нас 4 блюдца. Вот это блюдо. У нас 4 чашечки. Вот это. На чашечках тоже везде одинаковые рисуночки. Вот это. И вот 4-я чашечка. Ну-ка, наша пирамидка. И это сахарница. Сахарница, а да, будем говорить, а то первую, давай. Миланушка, скажи, пожалуйста, чтобы пить чай, что нужно? Стульчики и стол. Стульчики и стол? Да. Ну, тогда нам нужны стульчики и стол. Да? Закрывай глазки. Стульчики и стол, появись. Алло? Открывай глазки. Смотри, какие стульчики. Какой столик у нас настоящий. Посмотри. Давай расставим наш сервиз как раз таки на 4 человек. А потом куколки. Конечно, а потом будем звать гостей. Конечно. Нам нужны тарелочки. Не, будут тарелочки. И на тарелочку мы ставим чашечку. Да. Вот так. Давай так. Давай так. Ты хочешь так? Ну хорошо, давай так. Милаша решила рядом тарелочка и рядом чашечка. Вот это будет прямо. Так. А что ты хрюкаешь? Нет, это как... Как кто? Как Пеппа? Ты молодец. Миланушка, да. Мы так красиво с тобой расставили посудку. Но нам же нужны гости. Давай позовем гостей. Гости. Гости. Приходите. Заходите. Не приходь. Давай еще разочек. Громко. Гости. Приходите. Иди. Не приходь. Давай еще так громко-громко сова скажи. Гости, приходите.
гости. Гости. Закрывай глазки. Сейчас они обязательно появятся. Али, оп. Открой глазки. Смотри, гости пришли. Здравствуйте, дорогие гости. Мы вам очень-очень рады. Подожди, а чая-то у нас и нет? Гости есть, а чая нет? А ну, заглядывай крышечки. Здесь должно быть молочко. А молочка у нас нет. Чай. Здесь должен быть сахар. А сахара нет. А здесь, давай сюда. Сюда. А здесь должен быть чай. И чая здесь нет. Ребята, давайте все закроем глазки. У нас обязательно появится и чай, и сахар, и молочко. Закрываем глазки. Все закрывайте глазки, гости. Закрывай, Пепе, глазки, а то она не закрыла. Так ручками закрывай. Пепе, закрывай глазки. Хрюшки, закрывай. Вот, смотри. Пепа, я тебе глазки закрываю. Закрывай, милашка, глазки. Хорошо. Закрыли все глазки. Али, оп. И у нас что появляется? Молочко. У нас появляется настоящий, ребята, настоящий чай и настоящий сахар. И мы теперь можем угощать наших гостей, да, Миланушка? Миланчик, наливай им, зайка, чаек. Спрашивай у них, кто будет с молоком, кто без. И молоко. Хорошо, я буду с молоком. Чуть-чуть молочка, немножко, немножко оставь всем остальным. Так. Чай. Чай с молоком очень-очень полезный. Так. Собачка. Я. Давай ты. Ты просто будешь чаек, да? Я буду. На. Ты наливаешь им? Так. Так. И наши божьи коровки. Чаек. Все, заварничек мы можем убрать, чтобы он не мешал. Молочко тоже. Давай мы уберем. Некрасиво, когда грязная посуда стоит на столике. Давай уберем. Вот так. Чтобы ничего лишнего не было, да? Ой, а где же тарелочка для нашего Мишки? Где же четвертая тарелочка наша? Ты не видел? Там две тарелочки, да? Да. Какая ты божья коровка? Хитренькая, да? Ага. Я... Так, угощайтесь, гости дорогие. А мне чай кидать? Конечно, давай сахар. Так. Всех угостила сахарком? Да. Отлично. Угощайтесь. Мишка, пей чаек. Ой, какой вкусный чай. Спасибо большое, милаша. Ой, какой вкусный чай, Миланушка. Ты просто волшебница. Ты такая хозяйка. Это ты, милаша, конечно. Это я делаю чай. Ой, какой вкусный чай, милашенька. Какая ты умничка. Божья коровка, угощайтесь. Божья коровка, угощайтесь. Ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно, как вкусно. Милашенька, что-то наши гости, по-моему, грустные. Им чего-то не хватает. А знаешь чего? Им не хватает сладости к чаю. Да? Что у нас есть? Показывай. У нас есть такое вот разноцветное тесто. И сейчас мы нашим гостям слепим тортики и пироженки. Да, тем более у нас есть кондитерская. Показывай. Вот такая у нас есть кондитерская. И мы сейчас испечем им обязательно кексы. У нас есть еще куча-куча всяких приборов и разноцветных, да, еще баночек с тестом. Дома,
Давай открывать. У нас есть красное тесто, да. Синее, зеленое, желтое, черное и такое вот бежевое. Мам, да, хвань, мам. Мне так, вот, давай будем вот это, давай. Милаш, ну что, за работу? Делаем нашим гостям тортики, да, и пирожные вкусненькие. Будем их угощать? Давай. Давай, Милашка уже начала. Каждый пластилинчик у нас в такой пленочке находится. Мы сейчас вытащим из пленочки, да, и будем печь. Милашка, ну что, угощаем наших друзей? Мам, не печь. Начнем с пирожных, которые мы с тобой лепили. Дай. Угощай их. И один детям много дочек. Ну что, угощаем их? Да. Ну давай. Кушай, пчелка. Молочко. Угу. На. На. Пепе тебе даю. Пепа. Кушай. Вот и молочко здесь. Давай еще собачки и мишки. Кушай, Мишка, на здоровье. Которые собачки. Собачки ничего не дашь? Или как? Так давай собачки кушать. Она же очень хочет. Хочет? Конечно, хочет, конечно. Ты хочешь? Хочу. На. Так, ребята, теперь еще вот такие мы пирожные с Милочкой испекли. Из теста. Мила, хватит пить их чай. Хватит пить их чай. На, угощай пироженками. Да. Ставь чашечку. На. Так, ну давай я тогда поставлю вот так сюда. На. Давай. Так. Угу. Так. Так. Попили чай? Давайте кушать теперь только пирожное, то места не хватает. Мы теперь чашечки ваши уберем. И вот это берем. Берем. А теперь у нас сладенький столик, только пироженки. Вот не, это... не убирай, Милаш, оставляй. Зачем ты убираешь? Тортик вот такой у нас еще есть. Вот, вот это будет потом тортик. Тортик мы по центру поставим, чтобы было очень красиво. И пироженки эти ставь сюда, Миланушка, ставь на столик. Нет. Не жадничай, ну пусть они кушают. Нет, пусть потом кушают. Когда? Когда вот это будет кушать. Тортик будем разрезать? Да! Ну давай. У нас есть вот такой ножик. Ты будешь резать тортик? Ну резь на 4 кусочка. Нет, давай я тебе помогу. Нет, я три точки пять. Ну хорошо. Нет. Резь на 4 части, вот так, а потом вот так. Да, помогу. Нет. Вот так просто. Раз. И напополам вот так. Ай, не так же что. Вот так. Вот так. Нет, вот так, остренький, смотри. Раз. А, вот так? Да, теперь вот этот. Вот. Да, сейчас на цветочки. Вот так. Красивые были кусочки тортика. Угощай теперь друзей своих. Кушай Пепа. Кушай Боже коровка. Все наши малыши довольны, да? Так, ты покушала? Давай, я покушаю. Вот, дай чуть-чуть канал. Поделись, когда качать, я буду молодец. Ставьте Милашке лайки и подписывайтесь на ее канал Сестренка ТВ. Всем пока. Всех целуем. Всем привет. Вы на канале Сестренка ТВ. Привет, Саша, брат. Мила сегодня собралась в магазин. Что-то она хочет купить для своего малыша. Да, Милаш? Нет.